Исполнение городского бюджета первого полугодия близко к идеалу. Это на заседании Думской комиссии по бюджету, налогам и финансовой политике отметила председатель городской думы Тамара Полякова. По доходной части там 50% еще из хвостиков, и 46,4% по расходной части. Поэтому, мне кажется, я не знаю, в этом году департамент очередной раз занял первое место по контролю исполнения, да, бюджетных расходов. В этом году Губкинскому по результатам оценки эффективности работы организации бюджетного процесса присудили первое место среди муниципальных образований Ямала и выделили грант в размере 2,5 миллиона рублей. Эта сумма может быть направлена на организацию мероприятий по улучшению бюджетного процесса, а именно обучение, семинары, а также на программное обеспечение для организации работы. В своем отчете Алина Гривник отметила, что доходы в первом полугодии составили 45% общегодовых назначений. Сводная бюджетная роспись была уточнена на 30 миллионов 177 тысяч. Это деньги, которые мы получили на основании уведомлений по взаимным расчетам от бюджета субъекта, которые будут направлены на мероприятия по подготовке объекта коммунального комплекса к работе в зимний период в сумме 8 миллионов 320 и на объекты строительства, именно на продолжение работ по строительству школы номер 5, 20 миллионов 957. Дополнительно было выделено 900 тысяч рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. В целом, в первом полугодии было использован 1 миллиард 335 миллионов рублей. При этом, как уточнила Алина Гривник, за 6 месяцев текущего года бюджет города не кредитовался, муниципальной задолженности, а также долгов перед банками нет. После доклада поступили вопросы от депутатов. Там отметили вы ряд существенной экономии средств по несостоявшимся мероприятиям в рамках туризма, еще что-то. Да, это связано с погодными условиями, либо еще что-то. Честно говоря, я саму причину отсутствия желающих участвовать в конкурсе не могу назвать. Было заявлено, я не знаю, тут причина, должны были организацию взять на себя тренировочные походы проводник. Как пояснили сотрудники Управления по делам молодежи и туризму, неиспользованная сумма данной статьи расходов, а именно 300 тысяч рублей, была освоена в июле. На эти средства дети смогли отдохнуть в городе Златоуст Челябинской области. В завершении заседания народные избранники поздравили Алину Гривник и всех ее коллег с прошедшим днем финансиста и поблагодарили за проделанную работу. Елена Канина, Илья Квасов, новости Губкинского.